является нашей силой. Доброе утро. Оно не доброе. Доброе утро. Привет. А что случилось? Почему человеку не дают поболеть спокойно? У нас в главке ЧП. Ярослав Степанович ждет вас. Только вы нас можете спасти. Только вы. Придать ей должный динамизм, открыть простор инициативе и творчеству масс. Подлинно лицо. Как ваше самочувствие? Сейчас не до этого. Леня, у нас ЧП. Стройку законсервировали, это плохой признак. Что вы говорите? Да. Звони тестю вот по этому аппарату. Как высоко взлетел Федор Демьянович-то. А ведь служил у меня в исполкоме помощником. Федор Демьянович, здравствуйте, это Леня. Как ваше самочувствие? Лена еще в Ленинграде, я вот только позавчера с ней разговаривал по телефону. Доклад у нее прошел блестяще. Спасибо, спасибо. Федор Демьянович, вы извините, что беспокою вас на службе. У нас в главке ЧП законсервировано строительство нового здания, и кроме того, ходят такие слухи, что нас вообще собираются ликвидировать. Леня, поскольку тебя планируют вместо этого старого осла Ярослава, кстати, документы на тебя уже ушли. Я как раз звоню из его кабинета. Привет, Марат Федор Демьянович. От меня тоже ему привет. То я не думаю, чтобы вас разогнали. Но справки на всякий пожарный на виду.